раннего утра под звуки духового оркестра ребят встречали любимые учителя. Юный отряд инспекторов движения помогал ориентироваться на пути к месту проведения праздника. Радостные лица детей, волнение первоклассников и их родителей, большие банты, звонкий смех – все это из года в год можно увидеть на любой школьной линейке. Но линейка в лесном городке была особенной, ведь новую школу жители поселка ждали с большим нетерпением. Сегодня у нас большой праздник, мы нашего сына отдаем в первый класс. Я думаю, как и все здесь, разделяем чувства. В общем, спасибо большое губернатору, администрации за столь прекрасную школу. В общем, мы просто потрясены. Честно говоря, даже в Москве не часто встретишь такие учебные заведения. Как настроение твое? Нормально. Нормально? Скажи, тебе нравится новая школа? Да. На какие оценки будете учиться? Как думаете? На пятерке. Красивое новое здание сменило старое и тесное. Вместе с учениками, их родителями и педагогами в первой торжественной линейке у новой школы принял участие глава района Андрей Иванов. Проблема была сложная, решалась совсем непросто с точки зрения инженерной, юридической и, конечно, финансовой. Но мы справились, мы это сделали. Сегодня вы видите новую лесногородскую школу. Несмотря на всех критиков и скептиков, которые весь этот период, последние особенно 6 месяцев, появлялись здесь и критиковали нашу работу. Мы сделали, и в поселении сегодня есть прекрасная школа. Я уверен, что в ближайшем будущем она станет одной из лучших в Одинцовском районе. На празднике присутствовали высокие гости, среди которых заместитель министра образования Московской области Светлана Малыхина. Разрешите мне зачитать обращение министра образования Московской области Марины Борисовны Захаровой ко всем участникам сегодняшнего праздника. Дорогие школьники, уважаемые учителя, родители, поздравляю вас с Днем Знаний. Педагоги часто сравнивают начало учебного года с Новым годом, который наступает 31 декабря. Действительно, так много общего. Радость праздника, ожидание чуда, чего-то нового и удивительного. Все начинается со школьного звонка. Самым трогательным моментом линейки стала передача фрагмента стены старого здания в школьный музей. Эта честь выпала семейной паре, которая в 2005 году закончила лесногородскую школу, а сегодня привела сюда свою дочку-первоклассницу. Первый звонок запустил секундомер марафона длиною в учебный год. И ребята вместе с родителями прошли на открытые уроки. А после знакомства со школой всех первоклассников ждал настоящий праздник профессии. Слегка подкрепившись, новоиспеченные ученики в сопровождении аниматоров участвовали в интересных состязаниях, соревновались в спортивных поединках и очень весело проводили время на свежем воздухе. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».